очень сложно отличить реальные конфликтные ситуации с продумыванием конфликтных ситуаций. То есть вы погружаетесь в ситуации, в которой вы испытываете психологический дискомфорт просто лежа на диване. И иногда лежание на диване оказывается значительно более тяжким испытанием, выходной на диване, чем выходной, который потрачен был на какую-то деятельность, там, решение каких-то вопросов там, и так далее. Вы можете устать больше, лежа на диване, потому что в этот момент ваша психическая энергия тратится не просто похолостую, она тратится, истощая вас, потому что вы просматриваете внутри своей головы сцены, отношения, которые вас на самом деле не сильно радуют. В результате вы, собственно говоря, испытываете такой дискомфорт, который вас обессиливает.